С вами Карадар, меня зовут Иван Быков. И в сегодняшнем видеообзоре битва четырех видеорегистраторов, совмещенных с радар-детектором. Какие они? Это NoLine X-Scope 9500 версии А, первый, который выходил. NoLine 9500 версии S, более старшая модель. Инспектор Marlin и Каркам Комбо. Ну, вкратце по характеристикам, по форм-фактору, особенностям, и сравним в конце еще качество записи, самое важное, как они снимают. Ну, примеры съемки на радар-детекторы, к сожалению, привести не могу, так как моделей радар-детекторов много, точнее, полицейских радаров моделей много, на все тестировать очень долго. Вот. К тому же, в основном, это сработка на стрелку. На стрелку они работают все достаточно неплохо, плюс здесь есть базы, стрелки, автобазы. Итак, начнем, пожалуй, с NoLine'ов. Они идентичны практически по корпусу, немножко различаются размер объектива. Один пишет, который 9500S Super HD качество, второй просто Full HD качество. Особенность какая еще у них? Это сенсорный экран. То есть все настройки вы производите на экране. Вот. Для сравнения габаритов. Ну вот, инспектор, точнее Каркам Комбо, габариты их. Он помещается размер по длине чуть-чуть длиннее. Ну вот, хотя если брать вместе с объективом, они одинаковые. Соответственно, инспектор Marlin и Каркам Комбо по габаритам они полностью идентичны. Размер у них одинаковый. А вот что хочу заметить, вот инспектор Marlin и Каркам Комбо, они на одной платформе построены. База у них одна. Вот. Ну, они прямо вот почти как братья-близнецы. Это даже заметно по меню, по, как выглядят картинки меню, расположение кнопок. Все очень похоже. Ну, видимо, один разработчик у них изначально. Хочу заметить единственное, что Каркам Комбо чуть-чуть лучше отрабатывает по стрелке. Вот. Цвет у всех черный, кроме Марлина. Теперь по поводу крепежа и всего прочего, комплектации. Вот здесь будут ссылки. Нажимайте на них, смотрите, там полное описание моделей. Посмотрите, что туда входит. Там уже сами будете решать, что по комплектации вам более интересно. По качеству записи теперь самое важное, что я считаю на данный момент. Смотрите, сейчас пример съемки, как они работают. Съемки. Скажу честно, я пока еще не видел сам это видео, как они снимают, но я предполагаю, что здесь победитель у нас NoLine Super HD качеством. Каркам Комбо и Инспектор Marlin должны снимать примерно одинаково. Вот, честно говоря, вот мне нравится Каркам Комбо и NoLine Super HD. Почему? Ну, здесь вот полностью черный корпус, цена адекватная. Вот. Качество записи, я думаю, тоже вполне на уровне. Marlin, ну, чисто субъективно, мне не нравится, что он серебристый корпус сверху.
и как выглядит само меню, то есть как оно отрисовано, да, размеры вот предупреждения о камерах. Вот у Каркам Комбо получше сделано, честно говоря. Ну, опять же, на мой вкус. На онлайне, ну, вот мне не очень нравится из-за такого вот Г-образного корпуса. Хотя, по факту, места занимает он немного. И он очень хорошо встает за зеркало заднего вида в большинстве автомобилей. То есть, выглядывает часть с экраном, а часть с радар-детектором вы фактически не видите. Вот. И плюс по комплектации у Neoline очень-очень хорошая комплектация, которая 9500S. Поэтому, наверное, сегодня это фаворит. Ну, остальное решать вам, что купить. Вот. Подписывайтесь на наш канал, если вам понравилось видео. Ставьте лайк. Если какие-то остались вопросы, звоните нам по телефону, спрашивайте, пишите в комментариях к видео. Стараемся максимально подробно ответить. Спасибо за просмотр. С вами был Иван, компания Карадар. Удачи на дорогах. Пока.